Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь рецепт прекрасного средства, которое отбелит твои зубы. Твое лицо – это первое, на что обращает внимание другой человек. А лучезарная улыбка, как известно, может быть ключом к достижению многих целей. Она символизирует не только оптимизм и настроение, но и может многое рассказать о здоровье и привычках человека. Ключевую роль здесь играет состояние зубов. Они могут темнеть и портиться, даже если ты не злоупотребляешь сладким и курением. Ведь темные напитки и продукты тоже влияют на оттенок зубов. Если каждый твой поход к стоматологу не обходится без стресса, ты боишься испортить качество своих зубов или у тебя просто нет средств на лазерное отбеливание, мы расскажем тебе о отличном дедовском способе. Еще никогда отбеливание зубов в домашних условиях не было настолько легким. Тебе понадобится 2 трети стакана яблочного уксуса, 1 треть стакана воды, зубная паста, зубная щетка. Смешай уксус и воду. Прополощи этой жидкостью полости рта на протяжении 1 минуты, повтори 2-3 раза. Ни в коем случае не глотай, можно дополнительно протереть потемнение на эмали ватной палочкой, смоченной в растворе. После прополощи полость рта теплой водой. Почисти зубы привычным способом с помощью щетки и зубной пасты. Повторяй процедуру не более 3 раз в неделю. Яблочный уксус не очень приятный на вкус, но полученный результат полностью оправдает этот маленький недостаток, ведь эмаль очистится достаточно быстро и приобретет естественную белизну. Этот метод не усиливает чувствительности зубов и не раздражает десна. Добиться белоснежной улыбки в домашних условиях возможно, если поставить себе цель и регулярно проделывать описанную выше процедуру. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.